Доброе утро, хорошие люди. Здравствуйте, мои подписчики, здравствуйте, гости моего канала. Я знаю, что меня много смотрят знакомых, которые не подписаны. Не забудьте подписаться на мой канал. Этим вы сделаете мне приятно. Сегодня я прогулялась по моему любимому магазину. Это Garden Center Osman. Сняла очень многое, поэтому разделила на несколько частей. И вот эта последняя часть, которую я сейчас для вас предоставлю вашему вниманию, это больше комнатные растения, немножко новогодний артикль или новогодние товары. Ну вот как-то так. Смотрим. Осман. Комнатные цветы. Украшения для дома. Все как всегда. Осман я очень люблю. Вот здесь вы можете купить кактусы. Можете купить юка для улицы. Он очень красиво цветет. И вот вам эвкалиптус. Почему-то я стала мечтать купить себе эвкалиптус, который вырастет целым деревом. Но будет видно. Ну, вот здесь тараканы и стрекозы. А вот они тараканы. Кому зеленые, кому цветные. Для всех тараканов хватит. Здесь находится кройтер или пряные травы. Конечно, к зиме пряные травы очень сильно редуцированы. Это розмарин с краю идет. Майоран. Вот это щавель. Он такой невкусный, только декоративный. Вот вам базилик. Раукоза, как я говорю. Это рукола. Вот тут этикетки. Можно купить и поставить. Вот. Петрушка, мелисса, лук. Это какой-то салат тоже. А, пак чой, капуста. Раньше я покупала, рассаживала. Вот вам базилик кустовой. Мята. Вальдмайстер. Это боненкраут. Орегано. Красота. Там дальше можете купить луковицы. Тюльпанов, крокусов, нарциссов. Всего, что цветет ранней весной. Елки, венки. Вон там дальше искусственные. Вот здесь тоже искусственные. Все искусственные. Елки, венки, гирлянды. Один раз купите, на всю жизнь хватит. Бывают очень интересные искусственные. Вот здесь шары. Вот здесь такие пряничные домики. Этот пряничный домик тоже очень красивый. Вот, видите, пряничные домики. А мы сейчас посмотрим, может, мы себе найдем парочку пряничных домиков для нашей декорации. Вот они, домики на елку. А эти домики на улицу не поставишь, потому что краска с них снимется. Это уже чисто декорации для комнаты. На шарах, видите, какие домики. На шарах поднимается краска. Потому что холод, вода, это все это вместе. Ну вот, здесь осветительное все. А вот смотрите, какие шары вышитые. Тоже, видите, вышитые шары. Так же, как я вам показывала, вышитые подсвечники. Вот. А вот вам
туфелька красная. Господи, хоть бы не оборвал. А то грохнется сейчас эта туфелька. А вот вам царевны лягушки. Красивые. Огурцы. Кому нравятся огурцы на елке, пожалуйста. Помидор не вижу. Это для садоводов-любителей. Вот тут всякие птички, балеринки, машинки. И опять птички. Ну вот как-то так. А сейчас мы переходим в помещение, где продают комнатные растения. Разделяется с этим помещением. Это павильоны, которые не отапливаются. Внутренние павильоны, они отапливаются. И вот вам висящие кактусы. Или что это? Нет, не кактус. Ну, вон, красота. Такие сделанные аквариумы с цветами. Очень интересно смотрится. Вот. Такой аквариум. А вот есть с кактусятами аквариумы. И вот с кактусятами. Здесь тоже. Вот такая красота. Там еще Новый год. По-немецки называется Шпиль-Ур. Ну вот приблизительно такой ландшафт мне хочется сделать у себя дома. И мы с вами этим займемся в ближайшие дни. Только я взяла не искусственные елки, а настоящие. А вот здесь целый пакет искусственных елок. Ох-ох-ох. На всю декорацию хватит. Вот так. Вот вам опять домики. И всякая красота. Вот такой подарок под елку. Вот здесь уже живые цветы для комнат. Смотрите, какая красота. Снегопад. А вон там салют. Покупай, не хочу. Ну вот вам монстры. Монстры делициоза. Такой громадный лист монстра. Здесь опять искусственные цветы подкрашенные под ваш любимый цвет. Ну, вот это живые растения. Вот сюда можно зайти в туалет. Сейчас мы зайдем. Бабочки, подушки. Вот это туалет. Видите, какое украшение в туалете. И вот он туалет. Запахов туалетов не бывает в Германии. Мы проходим дальше. Вот это суккуленты, которые свисают. Это тиланцы. Это мух. Напугала собака. Угу. Это все суккулент. Это такой красивый папоротник обалденный. А вот этот кактус, который есть и у меня дома. Видите, какая красота.
Это кактус. И вот это кактус. Про этот я вам рассказывала. Он называется Шведермутальштуль или стул для тещи или свекрови. Вот тут знакомые лица. Вот это тоже красота такая. Это уже папоротник. А тут там елка. Здесь еще суккуленты, здесь же стрелицы. По-моему, должен быть банан, но не вижу. Вот еще один кактус, тоже обалденный. И вот еще кактус. Я бы их всех купила, но у меня тоже места не так много. Это орхидеи. Орхидеи в ассортименте. Много. Вот вам павлины. Это для тех, у кого, как у меня, цвета в доме нет. Это серая, черная, белая. Вот посмотрите, какой горшок громаднейший под потолок. И искусственные цветения. Здесь тоже все в черно-белых тонах. Смотрите, какая лягушка. Она мне нравится. Хорошая лягушка. А вот тут вот мама держит малыша. Дальше идет стекло. Здесь опять орхидеи, филодендроны. С очень красивыми листьями. А вот здесь, смотрите, подается прямо щучий хвост в воде плавает. Здесь тоже в воде. Это тоже филодендрон. Ну-ка. Это филодендрон. 100%. Да, филодендрон. Полосатенький. И опять вот такие с орхидейками аквариумы. Попахазу у вас еще не сдыхал. Смотрите, какие орхидеи красивые. Это монстера. И тут зеленые цветочки. Вот это срезка. Розочки. Выбирайте цветочки, вам из них сделают букетики. А тут смотрите, какая красота. Смотрите, зеленые тона с розовыми. Добавлено чуть-чуть коричневые. Смотрится исключительно. Мне очень нравится этот тон. А тут идет вино. Вот он, еще одна новогодняя елка. А тут накрытый стол. Бордово-золотые тона. Продается вина. Угу. Вот такая красота. И там красота. Вот мы с вами опять пробежались по Усману. Там ходить одно удовольствие. Всегда можно найти что-то для себя такое, что аж дух захватывает. До новых волнующих встреч на канале. Всего вам доброго.
счастья, любви, здоровья, мирного неба над головой. Всем пока-пока.